Друзья, возрадуйтесь, в бюджете Кривого Рога еще на каких-то несколько миллионов гривен станет меньше. У нас уже все вопросы решены, все везде мега круто, все просто мега отлично. Осталось только построить еще несколько памятников, пару-тройку цветочных часов, и тогда заживем, и тогда Европа появится прямо вот здесь, вот среди нашего металлургического города. Ребят, будет здесь и еще памятник, еще одна фирма какого-нибудь депутата, например, Смолия, выиграет тендер, получит 1,5 миллиона гривен и построит нам памятник, на который мы будем смотреть и любоваться. Ну, если он, конечно, не развалится в ближайшие полгода, год или... Я не знаю, ребят, вот скоро, очень скоро все это будет. Уже все отремонтировано, везде все мега круто. Мы живем в Европе, прямо вот в самом центре. Вот знаете, одна сторона Европы, другая сторона, а мы прямо в центре живем. И нам просто тупо не хватает памятников. Нужно больше памятников, еще больше памятников.